Дорогая община, я поздравляю вас с этим праздником, праздником Сукот! праздником единства, праздником благословения, праздником, который как никогда еще более не выражает единство среди евреев и неевреев. Я скажу, что это особенный, особенный праздник, праздник более последнего времени, где народы придут в Иерусалим, поклонятся Господу, Богу будут служить Ему. Знаете, через всю Библию мы видим, когда Израиль праздновал Божьи праздники, когда он отходил от Бога, когда возвращался, и везде особенно говорилось о Суккоте, неким праздником, который открывает э, Божье благоволение, снисхождение. я хочу сказать, что это праздник, на самом деле праздник единства. И мессианская община является местом проявления этого единства, э, местом, где Бог хочет, чтобы братья вместе служили пред Богом, как хорошо и приятно э, братьям быть вместе. Хинематово манаем. Я хочу сказать э, место писания. Еремии, 8 глава, 15 стих, где говорит: И потому объявили, и мы тоже объявляем праздник, Суккот, и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору, давайте и мы взойдем на гору Господню, давайте и мы прославим Бога, превознесем имя Его, несите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой и ветви мир, э, миртовые, и ветви пальмовые, ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному. Вы знаете, здесь очень интересный момент, что принесите садовую, то есть э, ту маслинку природную, и несите дикую маслину. И э, в Римлянам говорится о том, что дикая маслина была привита природной. И мы, как э, ветви, которые э, Привиты, и Господь восстанавливает природную ветвь Израиля, мы привиты к одному корню. И я верю, что этот праздник, праздник проявления Божьей милости, Божьей благодати, Божьей единства, и я призываю всех нас быть всегда в единстве с братьями и сестрами, чтобы мы могли свободно возвещать милость Божью и петь Хине Матову Манаем, чтобы мы говорили о том, что наше единство в теле Мессии является в важным для всех нас, как э, христиан, так и иудеев, как э, евреев, так и неевреев, потому что за нас всех умер Мессия. Поздравляю вас с праздником Суккот.